Добрый день, дорогие друзья. Продолжаю концерты из реабилитационного центра Израиля, с больничной прямо койки. Это будет, по-моему, 7-й или 8-й, наверное, 8-й концерт, где находится наша сейчас ожившая поэзия, и поэтому не хочется прерывать ее работу, несмотря на то, что я, наверное, еще месяц не смогу играть и петь, на гитаре играть и петь новые композиции. Будем восстанавливать прежние композиции. У нас был удален канал, где было более 3600 композиций. И сейчас я восстанавливаю некоторые композиции, повторяю. Таким образом, наша ожившая поэзия продолжает работать в эфире, несмотря на такие неприятности, которые случились со мной на Средиземном море. Но все говорится, что все, что не делается, все к лучшему. У меня будут новые суставы, и, наверное, я смогу продолжить работу не хуже, чем было раньше. Итак, сегодня вы услышите в этом концерте произведение Есенина «Троица», произведение Галины Вольнберг «Послушай песню сердца моего». Везде исполнение, музыка исполнения Самуила Фроновича. Далее прекрасная танго Парижа на стихи Татьяны Бродской. Далее варенье из мяты на стихи Ольги Зари. Далее «Ах, вы славные девицы». «Ах, вы славные девицы» – слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Далее вы послушаете «Две судьбы». Старая композиция на стихи Ольги Мельничук, на мелодию «Напрасные слова», всем известный романс. Далее «Гибнут ангелы в войне» на стихи Ольги Мельничук. Далее Александр Пушкин «Талисман», везде музыка исполнения Самуила Фрумовича. Далее Николай Гумилев «Еще не раз вы вспомните меня». Затем «Повеяло прошлым» на стихи Вольнберг. И, если успеем, «Чемодан любви», слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Вот такая у нас сегодня будет программа. Итак, начинаем наш очередной концерт с больничной койки реабилитационного центра Тель-Авиве, Реут. Простите, если будут какие-то накладки. Все-таки запись идет в очень сложных условиях, и здесь все может случиться. Начинаем. Сергей Есенин, 125-летию. Композиция была подготовлена нами, нашей ожившей поэзии. «Троица» называется. Все в сокращенном изложении. Давайте послушаем Сергея Есенина. Нет, мы начали с другой композиции, но потом слышим. Давайте все-таки начнем с Сергея Есенина. Простите за ошибку. Сергей Есенин, «Троица». Музыка исполнения Самуила Фрумовича. Видео из интернета. Троица на утро, утренних окон. В роще по березкам зычный перезвон. Тянется деревья. Ветра
конца. Без любви в Одине, где ничья краса. Ах, развейтесь мудри, обсудись коса. Следующая композиция — Галина Вольнберг «Послушай песню сердца». Друзья, послушайте мою новую песню. Музыка исполнения Самвела Акумовича. У нас есть книга Галина Вольнберг «Выживший поэзии». У нас есть книга Есенин, Сергей Есенин, «Выживший поэзии», где каждая композиция имеет ссылку на ролик YouTube. Послушай песню сердца моего, под музыку души, там слов не надо, где в ритме только счастья одного, струятся звуки песни звездопада. Послушай и мотив мой подхвати, дуэт сердец, что может быть прекрасней. Ты легкого припева не ищи, аккорды выше мы поем о счастье. Грета, ты пой со мной, но только не молчи, не пропускай ни одного куплета. Послушай песню сердца моего, возьми в охапку и беги по свету. Добавь частичку сердца своего, и допоем с тобой мы песню эту. Я останавливаю. Следующая композиция — прекрасная танго Парижа на стихи Татьяны Бродской. Музыка исполнения везде Самвела Акумовича. Видео из интернета. Прекрасная танго Парижа. Музыка исполнения Самвела Акумовича. Видео из интернета. Из цикла «Выжившая поэзия». Yes.
Парижских ворот. Играет один музыкант от химии. Это танго всех танцевать зовет. Танцует его весь Париж. Твои сложные па. Мы танцевали его с тобой. Голубая ночь, сладкое вино, когда любовь ты стала хмельной. Я подарю тебе сердце в танго. Следующая композиция «Варенье из мяты». Стихи Ольги Заря, музыка исполнения везде самого Романовича. Друзья, послушайте. Многие видео из интернета, из цикла «Ожившая поэзия». Говорю о тебе, и становится сладко. Где-то прямо в груди и чуть ниже пупка закрываю глаза, но не гаснет лампадка, видна лодку руки. Затянула река, закрываю глаза, но не гаснет лампадка, видно лодку руки, затянула река, не вопали твои. Зорька в белом облаке крема почти видна.
я не слышу тебя, и становится горько на припухших губах, пьяный привкус вина. Я не слышу тебя, и становится горько на припухших губах, пьяный привкус вина. Я останавливаю. Следующая композиция «Ах, славные девицы». Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича. Видео из интернета. Ваши сладкие послания, вы славные девицы, раскрасавицы мои. Ваши сладкие послания до меня недолго шли, только я уж не страдался, вдруг не будет у меня ни привета, ни ответа, и одна лишь тишина, тишина моя стихия. Только не от милых дам тут приветики и послания, слаще шоколада нам. Тут уж хочется веселья, и страдания нужны. Как уж я настрадался, без страданий нет любви. Тут уж хочется веселья, и страдания нужны. Как уже я настрадался, без страданий нет любви. Без страданий томный глазок, без коварства, без измен. Скучно женщиной встречаться, сердце ищет перемен. Но везде должна быть мера. Ты смотри и не перелей. Жизнь игра, любовь, коварство. Ты должна быть у дверей. Разрешу тебе немного взволновать меня, схитрить, но когда я кликну строго, все нельзя тебе шалить. Ты моя, моя и только, мы теперь с тобой семья. И теперь любовь, природа, дети, сказки, жизнь моя. Приостанавливаем. Следующая композиция «Две судьбы». Стихи Ольги Мельничук, музыка исполнения Самуила Фрумовича. Друзья, послушайте новую музыкальную. По мотивам композиции песни «Напрасное слово». Давно погас очаг, ты не заметила даже. Один лишь огонек мерцает в глубине. Мы на крыле любви с тобой, что тут скажешь? Нет солнечного в душах света, мрак в тени. Неважные дела, умрет любовь бесславно.
важные дела нельзя зажечь очаг. Но можно попытаться сделать шаг нам главный, навстречу шаг единственный верный шаг. А зеркало серебряно глядит из мрака расколотая жизнь из множества штрихов. Во тьме злоба зовет вселенной из праха. Несчастье торжествует, счастья нет следов. Умрет любовь бесславно, неважные дела нельзя зажечь очаг. Но можно попытаться сделать шаг нам главный, навстречу шаг. Растопит хладный лед, живительный огонь. Сомнения, невзгоды, беды, страхи и пламя. И жарной птицей в душах рвет любовь. Неважные дела, умрет любовь бесславно. Неважные дела нельзя зажечь очаг, но можно попытаться сделать шаг нам главный, навстречу шаг, единственный верный шаг. Я останавливаю. Следующая композиция «Гибнут ангелы в войне». Стихи Ольги Медведчук, музыка исполнения Самуила Фроловича. Безжалостных убийц, власть людоеда.
дрожа. Молитва светлая поможет на батом сердце не убить. Приостанавливаем. Следующая композиция. Александр Пушкин, «Талисман». Музыка исполнения Самуила Фроновича. Друзья, послушайте новую песню на стихи. Композиция Николай Гумилев. Еще не раз вы вспомните меня. Музыка исполнения Самуила Фроновича. Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию на стихи из цикла «Шевшин поэзия». Yeah.
тысячу раз вспомните меня. И весь мой мир ночи странный, нелепый мир из песен и огня. Но между другим единый необманный, он мог стать вашим душой и не стал. Вам было мало или много, но что же плохо я стихи писал. И вас неправедно просила Бога, но каждый раз вы становитесь без сил и скажете: я вспоминать не смею, ведь мир иной меня обворожил. Простой и грубой прелестью своею, но каждый раз вы скроетесь без сил и скажете: следующая композиция «Повеяло прошлое». Стихи Галины Вольберг. Друзья, послушайте мою новую песню из «Фронт». Дожди шептали друг друга.
Я должен закончить. Это был 8-й концерт из больницы Израиля. С вами был Саван Фомович. Простите за какие-то накладки. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч.